Пишу. Максим Мирошниченко, защитник команды ДГТУ. Максим, матч закончился со счетом 1-1, довольны результатом? Ну, так сказать, в конце забили, отыгрались. Но результатом недовольны, хотелось победить, конечно. Немножко не додавили, второй тайм полностью переиграли соперника. В первом тайме вышли как-то непонятно, не собрано, много ошибок невынужденных было. Пропустили ненужный гол, сами себе привезли. Как вам соперник? Очень боевая команда, опытная. Видно, что ребята обученные, тренированные. Серьезный соперник, да, хорошая команда. Завтра у вас игра с командой из Екатеринбурга. Как настрой? Настрой боевой. Сегодня отдохнем, восстановим силы и завтра будем играть на победу обязательно. Спасибо большое.